Проводы в армию всегда волнительны, как для призывников, так и для их близких. Прощаться с сыном, внуком, другом эмоционально сложно. Провожать любимого человека в дальнюю дорогу собираются все, кому он дорог. Давайте, ребят, заходим, заходим. Артур. Стоит отметить, что после Великой Отечественной войны мужчин призывали в армию на 3 года, а с 1967 года срок службы в армии сократился до 2 лет, кроме военно-морского флота. Но с 2008 года служба длится всего 12 месяцев. По соглашению военного комиссариата Славянска на Кубани и Славянского района, Славянская автошкола ДСААП ежегодно обучает допризывников на категории БЦ. Благодаря этому многие ребята идут в армию, уже имея профессию водителя, которая пригодится им во время службы. Именно поэтому автошкола является отправной точкой всех призывников нашего района. В этом году в рамках весенней призывной кампании в армию отправились более 200 славянцев. Планируется, что в осенний призыв уйдут вооруженные силы более 120. Служить в вооруженных силах Российской Федерации – долг каждого мужчины, ведь в любой момент может появиться необходимость встать на защиту своей страны и малой родины. Поэтому навыки, приобретенные в армии, очень важны. Служите для кого есть интерес. Просматривайте возможность остаться на контрактную службу. Остаться на контрактную службу всегда легче, проходя службу по призыву. Главное, чтобы год службы прошел с обоюдным удовольствием для службы и для вас. Раз. Это два. А раз — это то, чтобы вы все живые и здоровые через год вернулись. В день сбора ранним утром ребята отсюда отправляются на распределительный пункт, так называемую девятку. И как вы можете видеть, проводить будущих солдат приезжают родители, друзья, а некоторых и невесты. Давай,